Всем привет! Вы на канале Антон М. Меня по-прежнему зовут Сергей. Сейчас вы смотрите заставку к видео по обмотчику сенажа. Посмотрите, по предыдущему видео у меня пришло много вопросов, так что прежде чем посмотреть этот ролик, я маленько расскажу, что и как у нас. Значит, пленкой мы мотаем. Это 500-я пленка, не было 750, я купил 500-ю пленку. Пленка это 500 на 1500 метров. То есть при том, что у нас рулонник мотает рулоны 1,20 на 1,20 м, у нас примерно хватает на 13 рулонов этой бобины. Брал я его в Подольске. Заказывал по интернету, Подольск, Аванпак. Это отечественная пленка, стоила она мне 2450, сейчас она около 3000 стоит бобина, но ее вроде в наличии нет, делают они белую 750, 750, а там чуть больше была 400 или ну, около 4000, чуть, может, больше, меньше. Так. Мотаем мы в 3 слоя, в 24 оборота, то есть 1,20 м. И нам хватает где-то на 13 рулонов, по-моему, если я не ошибаюсь. Какое условие? Значит, почему в поле у нас 3 трактора сразу работает? Потому что, чтобы как бы рулоны сенажа не загорелись, в течение 2 часов вам надо, необходимо обмотать эти рулоны сенажа, чтобы как бы ограничить доступ воздуха к этой траве. И тогда произойдет закваска, и у вас этот сенаж не заплесневеет. То есть самое главное условие это в течение 2 часов замотать. Замотали. Сенаж получается при 50% где-то влажности травы, силос получается где-то чуть больше, если где-то 60-65% влажности. Смотрим так сами, то есть два дня обвялилось, начинаем катать. Значит, если влажность меньше, значит будет сенаж, если больше, значит будет силос. Все, замотали. Консервация происходит где-то 2 недели, по-моему, около 2 недель. То есть важно соблюдать, чтобы ваш рулон в течение 2 недель был герметичен. Ходим, смотрим через день, обматываем этим, заклеим скотчем дырки. То есть бывает и прорывает, бывает и мыши, ну, никто не застрахован. Но корм получается офигенный. Кто вообще, просто попробуйте или купите, если даже нету возможности, то есть думаете тратить на это деньги, обмотчик или нет, то есть купите, попробуйте у других людей, посмотрите, как они мотают 1-2. Я думаю, что 100% кто посмотрит этот корм и попробует этот корм, 100% будет обматывать. Так что смотрите видео, что будет дальше. Ладно. Так, тонет он. Сейчас посмотрим. Магнит что-то, говорит, мозги парит.
просто покажу, чтобы он знал. Смотри, насколько у тебя не опущена она. Из-за этого он не читает. Он ниже платформы. Защелкивать его. Я не знаю, сейчас посмотрим как. Да. Попробуй поднять сейчас его, чтобы защелкнуть. Подымай, Серег. Чуть крутани. Мало. Она у них из-за этого и заматывает его, эти. Потому что платформа, блядь, этот, стоит неровно выше, чем должна быть. Она должна вон сверху защелка быть, а у них опущена навеска. Навеску поднимать надо. Все, тогда не надо. Давай, опусти чуть. Да, заматывай. Просто показываю ошибки, те, которые могут быть. Вот в поле заехали, он тонет. Вот так тонет, из-за этого он неровно встает и не получается нормально отматывать. То есть получается на бухте липкий слой вот этот сверху, то есть она раскручивается верхним слоем на рулон, а внутренний наружу получается. И получается, что с одной стороны она как бы липкая, а с другой стороны нет. Вот внутренняя часть, она вся липкая. Прям чувствуется рукой, как она прилипает. Наша подольская пленка.
Сейчас я буду считать и ему скажу. Сколько у тебя? 13 оборотов. Подожди. Давай. Бывает. Пятнадцатый, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. Стой, стой, я его открою. Ты заправляешь? Ты заправляешь? Тебе Игорь сделал пускач? По-моему, там изначально какой-то сделал. В разнос, блин. Надо попробовать на этом. Не на траве. На площадке, да? А чё? Вот что у нас сегодня за день получилось. Сейчас осталось пару рулонов. В поле 3 трактора работало. Втроем. Вопрос остался, выведем мы отсюда их зимой или нет. Ну, надеюсь, выведем. Вот они бывают ровные, неровные, и этот хорошо обматываются, и бывают и не очень.
Сейчас, Серег, я отщелкну. Серег! Этот защелкан, неровная поверхность, и приходится отщелкивать. Да, Серег? Нам постоянно приходится прыгать. Ну вот, примерно так. Слабый, что ли, рулон, не понимаю.